Привет всем! Мы говорим с вами с родины футбола, с трибуны стадиона Стэмфорд Бридж. Георгий Черданов. Состав Челси. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Подвиг мы сейчас видели в исполнении защитника. Команде впору поставить ему памятник. Сеск Фабригас. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Откровенно плохо.